Хоккей – это что? Это та же жизнь, правильно, где люди могут показать реально, то есть не боевые действия, так сказать, а именно в спорте можно показать, насколько ты честен, насколько ты волевой, насколько ты сильный. Вот это главное. И здесь, конечно, вот эти уже качества, они и понимали, что друг без друга нам сложно, что мы все равно играем друг на друга, и это главное. Следил за Алексеем всегда, всегда за него болел. Вы знаете, сейчас пересматривая вот эти игры, все в свое время, конечно, блистал Вячеслав Фетисов, и он мастер и звезда мирового уровня. Но сейчас, пересматривая хоккей, я понимаю, насколько Алексей Касатонов был не меньшая звезда в этой пятерке. И как разрушитель, и как созидатель, и как человек, который может забить гол. Это не просто были два одинаковых защитника. Это были два замечательных защитника, один из которых тяготел к атаке, а второй всегда готов был его подстраховать. Лишь однажды Касатонов не стал подстраховывать друга. В 88-м году Фетисов без оглядки пошел в атаку на Тихонова. Его поддержала почти вся пятерка. За исключением Касатонова, который отказался считать врагом своего тренера. Впервые Фетисов и Касатонов оказались противниками. В этой схватке проиграли оба. Лёшу Касатонова привезли из Питера, он такой был. Как все питерские в то время разгильдяй такой. Много ребят там талантливых погибло. Одно вовремя его оттуда сдернули. Вот. И мы с ним сразу подружились. Он как бы без скала, без двора. И ночевали у меня дома на Коровинском. У нас не так много было места. Вот. И в Хрущевке. Мама там стирала с бабушкой в то время. Все, что для меня и для него. В общем, мы как братья были. Большому счету. Вот, и родители наши общались там постоянно. Там мама Лешина звонила, моей, как там, Лешечка, там все хорошо. То есть в этом плане у нас сразу как тут. Хотя он не пришел, не был моим партнером. Вот, потом попросил Виктора Васильевича, я говорю, давайте нас соедините вместе. Мне кажется, у нас получится. Он был как в паре с Фетисовым, как ведущий ведомый, когда ведущий всегда знает, что спину ему прикрывает ведомый. Поэтому у них даже они дрались спина к спине, были такие случаи в их жизни, и играли они совершенно четко. Леша подстраховывал Славу, давая возможность, поскольку Слава назывался защитником атакующего плана, ну, то есть уходил вперед и забивал, то, конечно, роль Касатонова была огромная. При этом полное доверие друг другу. Алексей Касатонов, СКА Ленинград, 42 матча, 4 гола, 7 голевых передач. ЦСКА, 534 матча, 120 голов, 212 голевых передач. НХЛ, 383 матча, 38 голов, 122 голевые передачи. Кубок Стэнли, 33 матча, 4 гола. Алексей Касатонов не был, как его друзья по пятерке, парнем с рабочей окраины. Он по рождению принадлежал к военной элите. Семью Касатонова можно назвать адмиральской.
Адмиралами были его дед и брат деда. Двоюродный дядя Игорь Касатонов в 90-е был командующим Черноморского флота и первым заместителем главкома военно-морского флота России. У Алексея море было в крови. Может быть, сейчас он командовал бы каким-нибудь ракетным крейсером, если бы не мать, известная волейболистка, игравшая в высшей лиге в ленинградском «Спартаке». Спортивные гены соединились с морскими, и в 6 лет Алексей стал всерьез заниматься плаванием. Но по пути из дома в секцию он каждый раз проходил мимо хоккейной площадки. Хоккей был явно интереснее плавания. Алексей отправился записываться в хоккейную школу близлежащего мясокомбината. Но перепутал адрес и попал на площадку, где происходил отбор в СКА «Ленинград». Ну, я катался, честно, слабо в то время. И, ну, вот за счет плавания, за счет своих каких-то физических данных, именно тренер увидел, Олег Константинович Севков, и он меня все-таки оставил, и я стал так, попал в СКА. То есть, как бы случайно, но этот случай, конечно, он стал поворотным в моей жизни, в моей судьбе, поэтому, потому что и тренер, и команда, и школа сама СКА, она была сильнейшая, естественно, в тот период. И сейчас она, конечно, сильнейшая в городе. Попасть в СКА, это не так тоже просто было. Вообще в команду высшей лиги попасть, это вообще считалось очень серьезный успех. Я, честно говоря, из моего года практически никто не попал в СКА «Ленинград». Я не знаю, может быть, кто-то попал в другие команды, может быть, первый дивизион, но не высшей лиги. Ну, поэтому это было очень сложно. Попасть в СКА «Ленинград» это было очень престижно. СКА «Ленинград» участвовал в чемпионатах СССР с самого начала, с 1946 года. В первые годы команда постоянно меняла название – ЛДО, ОДО, СКВО – и конкурировала с другим ленинградским клубом «Динамо». Вскоре «Динамо» исчезло, и появился единый ленинградский клуб «СКА». Дважды, ко всеобщему удивлению, он становился бронзовым призером в 71-м и 87-м. В остальные годы СКА был образцовым примером ни на что не претендующего середнячка. Ну, мы все время там были на грани, играли переходные игры, финансирования не было, хотя город вроде был уникальный, ну, вы сами понимаете, Ленинград, Питер, а такого внимания от руководства города не было. Не знаю, с чем связано. То ли потому, что мы в армии были, ну, то есть армейская команда, не знаю, но держались в основном за счет своих воспитанников или каких-то средних игроков где-то подбирали, но команда все время балансировала между первой и второй лигой. Он на 2 года меня старше, получается, что мне было там 14-15, он был уже 17, он уже в молодежной сборной был. Нет, о нем уже говорили, как о потенциальной звезде, так сказать, советского хоккея. Ну, мы вот один раз, как бы, вот один или два раза, я как бы помню, что я помню его именно вот на льду. Помню, что как-то даже я выходил один на один, и Леша бежал, шел, был сзади меня и говорил: не бойся, я с тобой, давай. Вот я помню этот момент, как на всю жизнь, за то, как я выходил один на один, а Касатона сзади мне говорил: не бойся. Вот. Но я когда вспоминал с Лешей, мы сидели как-то, и я ему рассказал этот эпизод, я говорю: ты помнишь? Он честно сказал, что не помнит. Он за столькими ездил игроками и говорил, что не бойся, я с тобой. То... Но я этот эпизод запомнил на всю жизнь. Поражения, наверное, умирают просто. Не устают, а умирают. Конечно, все время проигрывают. Ну, вот эта вот ситуация была в СКА, кстати, когда я уходил. И поэтому, ну, какого-то роста ожидать в такой команде, конечно... Не было, ну, не было смысла, если так прямо говорить, и поэтому, а уже играя в молодежной, в той же, естественно, ты на виду, к тебе уже как бы есть какое-то повышенное внимание, и поэтому было принято решение, мной, в принципе. Хотя было интересно, когда я сказал в клубе, то мне говорят: мы тебя в армию заберем. Я говорю: ну, забирайте. Я говорю: меня уже в ЦСКА, в принципе, забрали. Алексей Касатонов родился 14 октября 1959 года в Ленинграде. Защитник. Играл в командах СКА «Ленинград», ЦСКА, Нью-Джерси Девилс США, Анахайм Майти Дакс США, Сент-Луис Блюз США, Бостон Брюинс США. В 1998 году менеджер сборной России на Олимпийских играх.
С мая 2009 года главный тренер хоккейного клуба «Крылья Советов», Москва. Снилось крейсер «Аврора». Сам ты крейсер «Аврора». Как там в Питере? Дозвонился? Да все нормально. Медный всадник ускакал. Еле поймали. Чего? Куда? Да ты спи, спи. Я к Ларику пойду. Разденься только сначала. Угу. Еще коньки нацепил. Рано спать. Васильевич совсем тронуть хочет. Кто ж тебя заставлял после тренировки пресс качать? Повышенные соцобязательства? Я ж это... От тебя отстать не хочу. Ты вон какой вымахал. Чисто медный всадник. О, Леха! Да ты ж похудел. Чего? Да вот смотри, живот впалый. Мышцы дряблые. Да иди ты! Вообще непонятно, как ты на ногах держишься. Да к Ларику надо обратиться. Пусть он тебе морковку пропишет. А мы сейчас проверим, кто тут на чем держится. Только без крови. Ладно, ладно. Какой там у нас счет? 10-3 в мою пользу. 10-4. 10-3. Меня тогда Макар отвлек. Макар его отвлек? Давай! Борись честно. Ну? Раз, два, три. Ничего, ничего. Это первый период. Не надейся, пощады не жди. Славик, ты даешь. Кашки мало ешь. Исхудал совсем. Тут же мне папаша нашелся. Давай утешительный. Поехали. Ну ладно. Так и быть. 10-4. 10-5. И не папашка. Брат. Так сложилась ситуация. Получил Бабинов травму. Тогда было 6 защитников только заявлялось на Олимпийские игры. Буквально перед Олимпийским турниром. И я, ну, меня взяли в сборную. И там были пары уже сыгранные, как бы наигранные. Был Белединов-Первухин. Васильев играл со Стариковым. И Слава как бы оказался один. И я поэтому... То есть вот эта пара, она так и играла, Бабинов-Фетисов, а я, получился, вошел. И тут в течение обстоятельств опять, что мы оказались в одной паре. А оказалось потом на Олимпиаде, что вроде от нас так не ждали очень много, но а по всем показателям наша пара оказалась сильнейшей. Kuitenkin jatkuu. Makarov, Kasatonov, Kasatonov antoi sinne Larionoville. Ja Larionov maassa maaten nappaa kiekon Rick Bonklin selän taakse. Näin Neuvostoliitto johtaa 2-1, kun toista erää pelattu 2-28. Kasatonov, Fetisov, Kasatonov, Kasatonov, Fetisov, Kasatonov, Larionov. Fetisov, tyhjä pois, Kasatonov, ja täältä ruutin palaa ja takapleksiin. Fetisov. Aloitus tuohon Kanadan puolustusalueen P-aloituspisteeseen, vaikka kiekko ponnahti takaisin jäälle, mutta koska se osui tuohon päätyverkkoon, niin
siitä syystä. Ешь кто-то вообще открытый питерский, спокойный такой тоже. Когда в игре там это, вон там, как говорится, надуется весь, и там так просто мимо него не проедешь. На льду, да, это я считаю, что я другой человек на льду. Лед, когда я выхожу, тут уже, это моя территория. Касатонов напрямую наследовал своим кумирам Александру Рагулину и Валерию Васильеву. Такой же надежный, мощный, не боящийся силовой борьбы, вызывающий ужас у нападающих. Но при этом он был защитником новой формации, универсалом, умеющим в хоккее все. Нередко именно он затевал на льду хитроумную карусель, от которой у соперников первой пятерки голова шла кругом. Порой он же ее и завершал. В искусстве паса он мало уступал Ларионову, в точности и силе броска – Крутову. Я помню первый гол, который забили наши в 80-м году в первом. Прямо в первой смене выходит ларионовская пятерка, атакует Касатонов в зоне нападения, в зоне канадцев, атакует у дальнего борта, около ворот, атакует Грецкого, прижимает его к борту. Как он там оказался, Алексей Касатонов, одному Богу известно. Отдает пас, по-моему, Крутову, и Крутов выдает пас Макарову, и тот забивает гол буквально там 9 или там, 15 секунд прошло с момента начала игры. Он до сих пор вспоминает гол, который лишил нас, динамовцев, чемпионских званий в 85-м году, когда он забил, подключился в атаку и забил мне гол, сделал счет 2-2. Выиграем мы тот матч, что мы становились бы чемпионами. И Слава мог, так сказать, быть таким изощренным с точки зрения ведения там игры, шайбы, то Алексей Касатонов своей мощью, своими, так сказать, просто как танк он мог идти, и его было невозможно остановить, плюс великолепные руки, великолепное видение поля, его фирменные цейсковские пасы под красную линию, когда еще красная не существовала. Среди членов первой пятерки именно Касатонов был самым командным игроком. Его игра была не столь эффектна, зато очень эффективна. Журналисты его обычно мало замечали. Они увлеченно гонялись за Фетисовым и Макаровым. Но знатоки понимали, что без Касатонова пятерка далеко бы не уехала. Касатонов не страдал излишними амбициями. Он предпочитал работать на общее дело. Возможно, поэтому он лучше прочих понимал Тихонова. Более того, он чуть ли не единственный из игроков ЦСКА и сборной смог наладить с тренером человеческий контакт. Ларионов Тихонова молча ненавидел, остальные терпели как вынужденное зло, а Касатонов с женой ездил к нему в гости на дачу. Человек, с которым я очень много в жизни прошел, многого, самое главное, добился главного, и как игрок, и как человек, я считаю, и, в принципе, у нас отличные отношения сейчас. И у него, думаю, там достаточно претензий ко мне и у меня к нему. Но главное, я говорю, что это та жизнь, которая уже прожита, те победы, те отношения. Лёх. Чего? Послушай. Первым мы таких расстреливали! Го, это кто же это? Да приехал там какой-то в погонах, орет как в опере, на всю базу слышно. При чем тут Тихонов? Проиграли там мы, пусть на нас бы орал. Ну да, нам в принципе не привыкать. Слушай, давай зайдем, скажем чего-нибудь. Что мы скажем? Извините, великодушно мы больше не будем? Да ладно, ты что, не расстреляют же его? Нет, ну тогда чего ты тут стоишь? Да интересно просто. Он на нас, они на него. Значит, кто-то и на них. Давай-ка зайдем. Да погоди ты. Орлы, блин. Совесть просрали! Еще такой провал. Войска пойдете у меня. На Камчатку служить.
Виктор Васильевич, мы слышали, ребята? Да так, не особо. Как на мальчишку орал. Виктор Васильевич, не берите в голову. Кому он нужен, хмырь этот? Да нет, Леша, это я никому не нужен, раз со мной так. Черт. Сердце что-то. Ларри, к врача. Что сейчас? Ну а когда? Виктор Васильевич, если вы на каждого хмыря так будете... Да знаю, знаю. Лет 20 на меня так никто не орал. Ну, проиграли. Дальше что? Выиграем? Да знаю я, вы молодцы. Я виноват. Да никто в этом не виноват. Шведы виноваты. Вот пусть он едет к ним и там орет. Или лучше пусть на площадку выйдет. Хотя ему клюшка не нужна, всех своими погонами распугает. Ну ладно, Леша, спасибо тебе. Иди, иди, отбой скоро. Сейчас Ларик придет с врачом, и я пойду. Да не надо мне врача. Лучше уже. Точно? Ну точно, ты молодец, лучше врача. Иди. Встретимся на тренировке. Фетисов, Макаров, Ларионов. Вдруг, на мой взгляд, все-таки вдруг ополчились против Тихонова, потому что, опять же, кто-то им дал не ту информацию, что он задерживает их выезд на Запад. Касатонов остался верен Тихонову. И это послужило неким основанием для того, чтобы два великих защитника, может быть, два самых ярких защитника в истории нашего отечественного хоккея разошлись. Октября 1988 года в ЦСКА разразился скандал. После матча в Киеве Фетисов исчез. Лишь под утро его привезли из милиции основательно избитого. Есть разные версии случившегося. По одной, капитан ЦСКА и сборной подрался с охранником автостоянки. По другой, его избили в милиции. Как бы то ни было, Тихонов убрал Фетисова с капитанской должности. Капитаном временно стал Макаров. Скандал был сильный, но за пределами команды о нем мало кто знал. Кто бы мог предположить, что именно так начнется конец целой эпохи отечественного хоккея? Когда человек сам встает, тянет руку на партсобрание, говорит, что Фетисов подставляет команду. Вот, наверное, тяжело это выслушивать. Не выступал против него, во-первых. И партсобрание, если честно, было посвящено совершенно другому. Тому, что было в Киеве. А объяснили, что я якобы не поддержал его в ситуации с отъездом. Об этом там речи даже не было. На этом партсобрании. Поэтому я не знаю, за что здесь как бы мне отвечать. Отставка капитана не имела никакого отношения к конфликту, который вскоре потряс советский хоккей. Она лишь стала его катализатором. Конфликт нарастал годами и вот-вот должен был выйти на поверхность. В этот момент журналисты уже потихоньку с помощью игроков, ну не все, разумеется, журналисты, но многие с помощью игроков, я бы сказал, пытались свести с Тихоновым какие-то свои счеты. Дело в том, что по складу своему характера он нередко отказывал журналистам в интервью, предпочитая разговаривать лишь с теми журналистами, которых он хорошо знал и которым доверял. Но мои коллеги воспользовались ситуацией и порой даже провоцировали того же Фетисова, Ларионова на то, чтобы они выступили против Тихонова в прессе.
Это было самое романтическое время перестройки. Буквально только что цензура начала исчезать, и обществу больше всего хотелось расплатиться за долгие годы молчаливого унижения. Как всегда бывает в революционные времена, в ход шли простые схемы – черное и белое, зло и добро. Время требовало героев совершенно определенного типа – смелых борцов с костным режимом. Именно такими в глазах общества стали Игорь Ларионов и Вячеслав Фетисов. Их схватка с тренером немедленно стала символом бунта простого человека против застоя. Касатонов ни в коем случае был не против того, чтобы его партнеры по команде уезжали в НХЛ. В конце концов, как говорил мне Алексей, каждый сам кузнец своего счастья. Однако игроки, вероятно, считали по-другому. Игроки считали, что он разделяет точку зрения Тихонова, и поэтому перестали с ним общаться. И сейчас трудно сказать, что вот кто прав, кто виноват. Для нас, вот для нас четверых, то, что Леша нас бы как бы пошел против нас, понимаете, то есть вот много лет мы вместе, вместе ругались с Тихоновым, вместе, и когда вот Славе было плохо, даже если Слава был неправ, мы встали на сторону Славы. То есть для меня, я всегда, я так сказал на партсобрании, я сказал, что я верю Славе больше, чем милиции, потому что я Славу знаю. Я знаю его много лет, и я знаю, что человек никогда не врет. Если он сказал так, я говорю, я верю, что ему так много. И то есть мы остались на его стороне, а Леша сказал, что вы не правы, и прав Виктор Васильевич. Трудно говорить, кто был на первых ролях вот в этом конфликте, кто разжигал огонь. Скажем, журналисты или кто-то из игроков первой пятерки. Я думаю, что и те, и другие в равной степени. Чаще других выступал Игорь Ларионов, который, еще играя за ЦСКА, протестовал против сборов, считал, что игроки, как в Национальной хоккейной лиге, должны большую часть времени проводить дома, с семьей. И я думаю, что именно Ларионов стал таким идеологическим лидером в этом конфликте. Кто-то должен был или уступить в чем-то, и просто кто-то в чем-то не уступил. Кто-то решил, что так должно быть, а другой уже понял, что так он тоже не сможет быть чисто частью того, что хочет другой. Понимаешь? В принципе, так и было. Он вел переговоры, он уже конкретно разговаривал. Я, честно, мало что знал об этом. Поэтому просто поддерживать, не зная что, я, честно, не стал. У меня тоже есть своя жизнь. Если со мной, как бы, я должен быть просто в демонстрации, знаешь, то есть те отношения, которые у нас, я считаю, были, они намного серьезнее, чем просто идти слепо за кем-то. Вот и все, в принципе, позиции. А те люди, которые в тот момент уже были вокруг него, они это использовали, чтобы разрушить наши отношения. Молодые игроки Буре, Могильный, Каменский придерживались нейтралитета. Но старшее поколение, все те, с кем Касатонов играл и жил почти 10 лет, объявили ему бойкот. С ним не разговаривали. Даже в автобусе на матч или после матча рядом с ним не садились. Он стал парией. На чемпионате мира 89-го Фетисов отказался играть с ним в одном звене. Пятерки больше не было. Было четверо друзей и один Касатонов. Можно только догадываться, каких душевных сил стоило это выдерживать. Конечно, он мог бы ради того, чтобы сохранить дружбу с тем же Славой Фетисовым,
пойти на сделку с самим собой, отказаться от своего первоначального решения поддерживать своего тренера, благодаря которым во многом и он, и эти игроки, и его партнеры достигли тех высот, которых они достигли. И я считаю, что когда человек не идет на поводу у кого-то, даже у близких друзей, и имеет свое мнение на этот счет, я думаю, что такой человек заслуживает уважения. «22 июня 1989 года Вячеслав Фетисов подписал, наконец, контракт с Нью-Джерси без помощи Софинтерспорта на своих условиях. Вскоре за ним последовали остальные – Ларионов, Макаров, Крутов и другие армейские звезды. ЦСКА превратился в собственный фарм-клуб, где Касатонов должен был чуть ли не в одиночестве воспитывать молодежь. По сути, это был вариант пенсии. Вряд ли это могло обрадовать игрока, по-прежнему мечтающего побеждать. Через полгода уезжает и он». Звали, Виктор Васильевич? А, Леша, заходи. Заходи, заходи, разговор к тебе есть. Да и у меня к вам. Да. Такой, значит, разговор. Тебе как с Гусаровым играется? Ничего. Не Славка, конечно. А с Зубовым? Хороший парень. Тоже, конечно. О Фетисове пора забыть. Да кто вспоминает-то? Ты же сам говорил, ЦСКА и без Фетисова команда. И без Ларика. У нас незаменимых нет. И не будет. Так что давай определяться. Я думаю, тебе лучше с Зубовым в паре. Еще есть Матков Димка. Тоже нормально. Матков? Слишком молодой. Нет, я решил Зубов. Ну, что тогда разговаривать? Решили, Виктор Васильевич, значит, решили. Молодец. Всегда это понимал. Будем с тобой, Алексей, новую команду строить. А теперь, Виктор Васильевич, у меня к вам разговор. Капитаном быть хочешь? Ну, не знаю, тут такое дело... Да каким капитаном? Кто меня примет? Я уезжаю. Что, Леш? В Нью-Джерси. Я тебя не отпускаю, все, разговор закончен. Бесполезно, не удержите. Леш, ты не можешь. Что с командой делаешь, а? Майор Касатонов! У вас, Виктор Васильевич, незаменимых нет и не будет. А мне это не нравится. Когда они уже жили в Америке, и Касатонов приехал играть в тот же клуб, и они играли вместе, не разговаривая, не здороваясь друг с другом. Потому что тренер сказал, меня не волнуют ваши отношения, а вы лучшая пара защитников, а вот и играйте вместе. А Влада мне говорил, что Слава в течение 2 лет ждал, что вот раздастся вечером стук в дверь, и придет Касатонов, принесет бутылку вина, и они посидят и разберутся. Мне недавно рассказали друзья Касатонова, что Касатонов сидел и ждал, когда придет Фетисов с бутылкой вина, и они разберутся. Отношения есть, но уже то, что было... Отношений нет. Отношений нет. И, ну, правда, так споришь, потому что, блин, тот Лешка, которому там
гуляли вместе, там, не знаю, какие-то планы строили вместе, какие-то моменты делили. По сути дела, у нас особо-то ничего не было. Делили там корку хлеба, там деньги какие-то, и гуляли там по возможности. Там все. Хотят нас представить какими-то там, ну, поймальчиками. Мы нормальные были, мы и хотели погулять, и возможности, и популярность была, и желание было. Почему нет? Ну, мы же не переходили какие-то там рамки, да, мы все-таки ж, ну, живые, нормальные, и всякое было там, и родители мои там, с ним как с еще одним сыном, старались ухаживать. Ну, слушайте, так вот получилось. Жизнь, она суровая. Ссоры лучших друзей и лучших защитников мира сразу же перестала быть их личным делом. Перешагнув через бортик, они как будто стали персонажами драмы с тщательно прописанными ролями. Революционер и предатель, герой и трус. Законы жанра долгое время не позволяли разглядеть за этим конфликтом простую истину. Наступает время, когда нужно выбирать свой собственный путь. Дружба Фетисова и Касатонова закончилась. Но на льду они по-прежнему стояли спина к спине. Потом мы играли в Нью-Джерси, также бились друг за друга. Лед как раз объединял, то есть примерял, объединял, доставлял удовольствие. И после игры обычно всегда уже все это уходило куда-то. Потому что главное было, все понимали, что хоккей, работа, поддержка на льду, где и проявляются основные качества, я считаю.